В Якутске прошел второй региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и инвалидов. Ему предшествовали курсы компьютерной грамотности на базе школы третьего возраста столицы. Участники показали свое умение пользоваться порталом государственных услуг, программными приложениями, продемонстрировали свои знания в работе с электронной почтой и полезными веб-ресурсами. Победители представят республику на финальном этапе конкурса. Он пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге. Как утверждают участники, интернет не только стирает границы для общения, но и помогает получать необходимые информационно-справочные услуги в кратчайшие сроки. Я первый раз здесь участвую, потому как только-только вхожу в этот возраст. Если честно, я участвую ради своего папы. Ему в этом году исполнилось 80 лет, и я его никак не могу приучить к компьютеру. А почему хочу приучить? Потому что его папа погиб в 41-м году, майор Петров Евтропий Федорович, и они много лет не знали о нем ничего. И вот благодаря вот этому бессмертному полку, вот этой акции, мы начали искать, ну вот эта вся волна поднялась, и благодаря тому, что я владею компьютером, мы нашли очень много информации как раз о моем погибшем дедушке. Осваивают компьютерную грамотность, по-разному. Некоторые сразу привыкают, да, к темпу обучения, некоторые с трудностью, испытывают себя, да. Приходят сначала, испытать, потом, дано или не дано, таланты есть, нет, выходит, потом вообще наотрез отказываются, боятся, да. Но главное всегда не бояться, да, а методом тыка дома учиться.